В Башкортостане 106 учителей получат премии за подготовку выпускников 100-бальников. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве рассказал глава Минобрнауки Республики Айбулат Хажин. По его словам, на выплаты из региональной казны дополнительно потребуется до 5,5 миллионов рублей. С этого года в Башкортостане для педагогов общеобразовательных школ, которые подготовили 100-бальников по ЕГЭ, положена денежная премия в размере 50 тысяч рублей. Министр обратился с просьбой главе региона согласовать выплаты, так как эти средства не заложены в бюджете республики. Ради Хабиров дал поручение отработать вопрос, чтобы учителя получили премии до конца августа. Просим согласовать. У нас есть экономия по ОГЭ. 9 классы, как вы знаете, ОГЭ в этом году не сдавали. Средства сохранились. Если вы согласуете, мы сделаем передвижку совместно с Минфином нашей республики и средства эти направим на премирование наших педагогов. Как отметил Айбулат Хажин, в этом году в республике увеличилось количество 100-бальных работ. Всего их 127. Больше всего максимально возможных результатов по химии, русскому языку, информатике и физике. Три выпускника стали мультибальниками, то есть получили по 100 баллов сразу по двум предметам, сообщил министр образования, добавив, что лидерами по подготовке таких школьников остаются два уфимских лицея номер 153 и 83. По данным регионального Минобрнауки, 45% 100-бальников республики планируют поступать в местные вузы. Еще 55% намерены учиться за пределами Башкортостана. А и для сравнения, год назад этот показатель в регионе был 17,83% соответственно.